первый прием пищи – это кусочек хлеба и мясной паштет, и кофе с 2 чайными ложками сахара. В общем, у нас сегодня всю ночь был снегопад. Смотрите, сколько снега намело. Но сухой такой снег. Всем доброе утро. Смотрите, какие у нас сугробики. Вон сколько снега намело за... Гололед там под снегом. Сколько снега намело. За этот... За ночь. Тут такие сугробы, блин, я не могу. Там лед, короче, под ними. Сколько снега у нас. У нас на самом деле в том году тоже зима началась в конце января. И была, наверное, до конца марта. Короче, рассказываю про свое похудение. Я вчера последний раз ела в 10 часов утра. Потому что не было возможности еще есть где-то без 15-12. Но лучше, если вы будете все-таки, например, есть в 7, в 9 и без 15-12. Потому что у меня получился перерыв. Если переводить на интервальное голодание, 3 часа я ела и 21 час я голодала. Но так, по ощущениям, я, короче, чуть не сдохла от голода. Сегодня утром встала с детьми, в 7 утра я съела вот бутерброд, этот паштет. Намазалась я на бутерброд, потому что так бы я до садика вообще не дошла. Смотрите, что у нас там. Зимище. Девчонки, никуда не успеваем. Едим на ходу. Сейчас покажу, чем я. Это вообще. Если сейчас не поем, останусь, короче, голодная. Вообще после 12 со своим несчастным бутербродом. Переход. Дошли мы, короче, через мост от авиамоторной до города. Сегодня целый день у нас снег. Сейчас уже 2:30. Вон сколько снега намело.